Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Що є час і чому його не вистачає нам? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І порахуємо, скільки гачків було на корсеті Анни Ахматової. Время – это самое дорогое, что есть у человека. Когда вот называется «убить время», это просто скука. А скука – это уже социальное понятие. Время – это то, что мы переживаем эмоционально здесь и сейчас. Мы, в принципе, свой социальный опыт включаем во время. Поэтому нам кажется, что время сквозь пальцы нам его не хватает. Ничего подобного. Сьогодні, друзі, ми з вами разом з нашим героєм-істориком Сергієм Гавриловим спробуємо розібратися у хитросплетіннях часових відстань і зрозуміти, що витрачати час дарма небезпечно. Друзі мої, ви любите ходити в гості? Наверное, любите. Ну, як не любить ходити в гості? І сьогодні я предлагаю вам побувати в гостях у замечательного человека, вы знаете, совершенно удивительного человека, потому что это историк, это археолог, ну, это человек, в общем, это все в одном. Он живет в таком старом-старом доме, все располагает в этом доме к созерцанию, и вот этот старый орех, и вот эти плиты, по которым я иду. Смотрите, гамак. Господа, ну вы когда последний раз качались в гамаке? Наверное, давно. Вы знаете, это так здорово. Я, если честно, тоже много лет назад каталась в гамаке. И вдруг опять можно покачаться в гамаке. Это очень-очень здорово. Наверное, я в этом гамаке и буду сидеть. А где наш герой? Сергей Иванович, мы к вам ворвались. Ваши апартаменты. Слушайте, так хорошо у вас. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Спасибо, что вы нас позвали. Спасибо, что приготовили уже кофе. Видите, какой Сергей Иванович? Вот. Очень заботливый. Да, очень заботливый, да. И хороший. А главное, что очень умный. Чудесный воскресный день, правда, друзья мои? И как хорошо посидеть, покачаться в гамаке под тенью старого ореха и подумать. Как-то сейчас мало думают люди. Сергей Иванович, вот как вы думаете? Вот вы мне так любезно уступили ваш гамак, я могу в нем качаться, и мысли навеваются разные, и орех такой старый, ну такой хороший. А люди так мало думают и куда-то все время суетятся. Телезрители, не суетитесь, побудьте с нами, потому что сегодня мы будем говорить и будем думать. О чем? Ну, у меня есть предложение, подкупающее своей новизной. О времени. Время сегодняшнее, время, ну, там... Вчерашнее, позавчерашнее, позапозавчерашнее, время 100 лет назад. Это разное время, абсолютно разное время. Вот скажи мне, а сколько тебе надо, вот, допустим, по тревоге собраться на работу? Ну, примерно, сколько тебе надо? Ну, наверное, полчаса. Полчаса. Вот у меня студенты, студентки, когда поставила рекорд, она проснулась без 15:08, она запрыгнула в штаны, она накинула куртку, она на светофоре накрасила себе губы, что-то сделала с глазами, и она не опоздала на мою первую пару. На 8 утра? На 8 утра. То есть она с соляных тащилась в старый корпус НКИ. То есть она вот, все. Анна Андреевна Ахматова, которая училась в конце 19 века в Фундуклеевском училище, она просыпалась, знаешь, когда? Вот ей надо было вот на такую же первую пару. Она просыпалась без 15:05. Утра? Утра, конечно. У нее были две служанки. Одна там делала там, грела ей воду для умывания. Вторая жарила пудру ей, потому что если пудру не пожаришь, она осыпется. Это не я придумал, она сама описывает. Это 56 крючков,
корсета, это нижнее белье, это юбки, это воланы. Это воланы. То есть ей надо, к тому, что вот извозчик подъехал к парадному, ей надо было 3 часа, чтобы вот ей выйти и попасть на первую пару. Вообще время вещь такая. Время, наверное, вещь такая, что вот оно есть, и вот его нет. Да? Ну как есть, нет. Я вот ко времени очень трепетно отношусь. Ну там есть там замечательные фантастические романы. По-моему, даже несколько их. Я уж не помню название, не любитель фантастики. То, что там вот людям платят, то есть у них все есть. Еда, пища, там, не знаю, там секс, там доступ какой-то там и так далее. Но им платят временем. 8 часов времени работы. 8 часов жизни биологической. И вот там вот начинается вот как все это, допустим, как все у нас. Кризис там и так далее. Им платят не 8 часов, а 7.40. Почему? Начинаются забастовки там и так далее. Потому что время – это самое дорогое, что есть у человека. И там есть свои миллионеры, у которых в банках это время. Там, то есть они могут жить вечно там и так далее. Но это фантастика. Понимаешь? Но в каждой фантастике есть доля реальности, правда? Дело в том, что время – это действительно это вот, ну, такая штука. Но она самая дорогая. А тем не менее, Сергей Иванович, вот, наверное, телезрителям тоже известен этот термин «убить время». Мне он ужасно не нравится, потому что уже вот само словосочетание «убить время». Многим некуда девать это время. Им кажется, что его настолько много, что некуда себя деть. Что вы можете посоветовать тем, которым некуда девать время? Вот нам с вами есть куда девать время, потому что вот мы так... Вы знаете, что вам есть куда девать время, или мне куда девать время, или некуда девать время. Дело не в этом. Время его нельзя куда-то деть. Его нельзя там положить в банк, его нельзя отнять, прибавить. Время, оно сквозь пальцы, это самое дорогое. Когда человек, когда вот называется убить время, это просто скука. А скука – это уже социальное понятие. Mm-hmm. То есть целые трактаты о скуке, там, о том, о сём, о пятом, о десятом. На самом деле, если мы говорим о времени как о физической величине, вот я тебе предлагаю лучше вот как о физической величине поговорить о времени. Потому что говорить о времени в социальном плане, ну, это утопия. Ну, это разговор ни о чем, это колыхание воздуха. И ты убьешь время, и я убью время, и телезрители убьют время. А вот если мы будем говорить о физической величине, это супер. Вот смотри, сколько надо времени, чтобы сейчас доехать, допустим, вот с Соляных до Богоявленского. 40 минут где-то. 40 минут. Если остановиться перекусить в Макдональдсе, там быстро там что-то схватить, там, ну где-то вот там 40-45 минут. Там, тем более в Николаеве пробок нет. Знаешь, сколько в начале 19 века? Потому что задокументировано просто-напросто. Световой день. Человек отправлялся. То есть он отправлялся в путешествие? С Терновских хуторов. Весь световой день он тащился до Богоявленского. Да, по дороге там 2 трактира, там завтрак там. Обед. По перечню. Нет, ну да, пообедал хорошо, почитал газету там и так далее. То есть вот нормальный мещанин, там вот обыватель, он тащился весь световой день, это расстояние. Сейчас все это... я вот не зря тебе говорил о том, чтобы женщине сейчас собраться там куда-то, то надо 15 минут. Хотя, ну все там жалуются там, что... Ну, сама знаешь, там лабутены, там куча там, да. Но это уже другое все, понимаешь? Да. Но в принципе... Но это не 1000 крючков на спине, на корсете. Правда, телезрительница? Это не 1000 крючков.
Все это очень быстро. То есть вот пуговицы заменили там змейки, зиперы. То есть все быстро. Вот есть такой... А вот смотрите, Сергей Иванович, извините, что я вас перебиваю. Смотрите, в связи с тем, что все сейчас быстро. Но я заметила, что чем быстрее, тем меньше времени остается. То есть время, как вы сказали, физическая субстанция, которая тоже сокращается. То есть... Было 1000 крючков, и было время, чтобы их застегнуть. Сейчас крючки отпали, и это время тоже, оно как-то хоп, и ушло. Нет, не так. Мы договорились с тобой о времени, как о физической величине говорить. То есть время неуничтожимо, однонаправленно. То есть мы не можем опуститься туда во времени. То есть у нас до сих пор нет таких аппаратов, таких изобретений, что можно было опуститься во времени назад там или там. Или назад в будущее. Ну, разве что только мысли. Да, нет, ну, конечно. Но дело не в этом. Мы говорим о времени. И вот это время, оно в разном биологическом возрасте, вот даже на протяжении человеческого века, оно воспринимается по-разному. Если у тебя, вот, допустим, или там у меня, да у всех, там, у всех телезрителей, там год... Там в 5 лет он тянулся бесконечно. Там вот 1/4, 2/4 школы. Ну, помнишь, да? Там, там 3/4 здоровая такая. Там что? Когда что все кончится? Сейчас дни летят вот так. То есть мы, в принципе, свой социальный опыт включаем во время. Поэтому нам кажется, что время сквозь пальцы нам его не хватает. Ничего подобного. Все хватает. Пожалуйста, там, не знаю, там... Приготовить обед, там, постирать белье, там, не знаю, подмести этот двор, да все одно и то же время. Хоть чучело, хоть тушка, но оно не меняется. Меняется мироощущение. Я знавал людей, которые в 25 лет, у них было мироощущение 70-летних старцев. Я знавал, вернее, не знавал, а знаю, вот член нашего экипажа, вот, Павел Стефанович Овсиенко будет отмечать 90 лет. У него мироощущение 46-летнего человека или 45-летнего человека. То есть он молод. Другое время, что там тела не хватает, мышц не хватает, там еще чего-то там, так далее, тому подобное. О времени можно говорить бесконечно. Время – это вода. То есть это некая река, которая течет, друзья мои, река времени. Конечно, да. Да, это лето, та самая знаменитая. Вот я просто археолог по специальности. Вот тут раскапываешь там, допустим, где-то какой-то некрополь греческий. Допустим, вот там у женщин плата за перевоз хорона, то есть за перевоз через лету. Она у них лежит, вот плата во рту, это монета. А у мужчины в руке. А почему? Потому что женщина проговаривает свое время, а мужчина время свое проводит в поступках. Поэтому, когда у мужчины, мужчинам, так сказать, вот скучно, это печаль. А у женщин истерика. Друзья мои, дорогие женщины, представляете, мы с вами проговариваем свое время. Это ужасно. Давайте говорить, не проговаривать, а говорить о чем-то очень важном. О времени. Действительно, вот Абол Харона, вот греки не знали это все. Вот Абол Харона, то есть это плата вот перевозчика через реку времени. Она во рту, чтобы ты молчала, пока тебя перевозят. А мужчина, чтобы он ничего не делал в это время. То есть мужчины, женщин, время воспринимается по-разному. Это нормальная биология, это все там в Библии прописано и так далее и тому подобное. Но мы же с тобой говорим о времени как о физической величине, а не как там о романтическом восприятии. Поэтому время, поскольку оно настолько однонаправленно, что мы можем очень легко по нему передвигаться. Ух ты, а как? Ну этому вообще-то учат. Этому учат. Вот вы говорите, время однонаправленно. Направлено куда? В будущее?
Нет, оно не в будущее, не в прошлое, оно просто однонаправленно. Потому что будущее – это тоже временная категория, романтическая и прошлое. То есть вот смотрите, ну вот давайте как-нибудь на пальцах объясню. Давайте. Да. Вот, допустим, нет телевидения, там нет этой передачи. То есть мы не можем ее вытащить из архива. То есть мы с тобой просто поговорили о чем-то, да, о времени. У нас, так сказать, через 5 минут, вот такая вот, знаешь, вот такая пленка воспоминаний. Через 10 минут, вот, это мифологическая пленка, еще больше. Через год ты будешь уже морщить лоб и думать, о чем мы с тобой говорили. Через 10 лет, через 100 лет, ты представляешь, что такое пласт воспоминаний? И вот поэтому, для того, чтобы вот реконструировать время, вот есть такая наука история. То есть, ну, специально учат. Но, опять же, вот историки, они стоят в последнем ряду этой социальной рецепции, как правило. Опять не я придумал, это Петерим Сорокин придумал. Был такой парень, основатель социологии, который отправили на философском пароходе в Нью-Йорк. Когда-то. Вернее, в Финляндии, потом он переехал в Нью-Йорк. Вот он говорил, что вот время лучше всего чувствует, лучше поэты. То есть не вот время перемен, там колыхание там какое-то, там дальше идут художники. Потом идут писатели-прозаики. Потом кинематографисты. То есть они хуже эти перемены замечают. Дальше там еще кто-то, там врачи, там учителя, там педагоги, там и так далее. То есть тут вот по специальности самые последние, знаешь, что в этом ряду? Это ваш брат-журналист, который только фиксирует эти перемены. То есть они вообще ничего не чувствуют. Они вот идут вот за этим. Ну, это специализация такая. Ну, действительно, то есть вы вот просто фиксируете все это. Вот историки в этом плане, они такие же, как журналисты во времени. То есть они просто фиксируют. То есть они... Вот любой дилетант, любой там, не знаю, там, кто угодно, там, не знаю, сантехник, там, не знаю, там, слесарь, там, человек, он соображает в истории больше сиюминутной, чем профессиональный историк. Почему? Которому надо все это осмыслить. То есть у него вот оперативная память работает. Ну, почему все вот эти вот майданы происходят? Потому что на эмоциях все. То есть люди не привыкли там вот сопоставлять прошлые события там с нынешней. Не привыкли, ситуации. Может быть, думать? Дело не в этом. Все люди думают. Я считаю, анализировать, что... может быть, не привыкли? Все люди анализируют что-то. То есть они анализируют там, то есть, ну там, не знаю, там причины, следственные связи какие-то, то есть причины и следствия. То есть если человек понимает любой анекдот, а любой анекдот, ну, строится на несовпадении причины и следствия. Вот любую вот, сейчас вот тебе расскажу. Он будет смешной только потому, что вот не совпадает причины и следствия. Так вот, люди привыкли анализировать причины и следствия, то есть они привыкли думать. Но они привыкли думать на какие-то определенные темы. То есть у них все равно вот какая-то заданность есть. У нас последний человек на Земле, который привык думать вот в очень, вот вообще вот в космическом масштабе, он умер ровно 2400, там сколько там лет, я уж не помню. Это Аристотель, который был одинаковый профессионал в гинекологии, в истории, в философии, в астрономии. То есть человек, который объял вообще вот все знания, полученные человечеством. И все, Аристотель умер, и больше все людей, нет. Которые умеют думать, нет? Да дело не в этом. Мы-то говорим не об этом, наоборот. Люди стали очень интенсивно думать после Аристотеля. Потому что, допустим, если ты нейрохирург, очень крутой там специалист там по какому-то там левому мозжечку, то ты не специалист по правому уже. То есть ты вот знаешь, ты единственный специалист в мире. Универсализм – это признак дилетантизма. Вот все майданы происходят, и вообще там все социальные волнения – это не теория, это действительно так. Из универсализма, то есть люди знают очень много, но очень неглубоко.
Вот смотри, чему учат на факультете журналистики? Какое образование? Высшее, конечно. Верхнее, понятно. Кто ты? Журналист? Конечно. Вот чему тебя учили? Смотри, 2 часа философии, 2 часа истории, 2 часа того, 2 часа агротехники, 2 часа там, не знаю, там, медицины, там, черта, там, какого-то, все по 2 часа. Нас всех учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь. То есть, вот, понемногу, то есть, вас учили задавать вопросы. И поэтому, вот, любому выпускнику факультета журналистики надо приложить титанические усилия, чтобы, ну, я не знаю, чтобы вот действительно стать каким-то аналитиком в чем-то одном. Вот, допустим, мне проще, там, я историк, я не журналист. Вот историк и все. То есть я там, еще уже археолог. А вот если вы историк, Сергей Иванович, вот история, археология и время, они повязаны воедино. Вот я хочу задать вам вопрос как историку. Я многим историкам его задаю, и каждый отвечает по-своему. Интересно, как ответите вы? Почему люди не делают выводов из ошибок своих предыдущих поколений? Вот нифига себе. Вот это ты мне вопрос задала. Это библейский вопрос. Тогда мы Еву, почему они не делают ошибок? Почему же первородный грех? Все дело в том, что, ну вот как по мне, я не знаю, но это уже больше воспитание. А то уйдем от философии просто, потому что это скучно будет, если я там начну. Я совершил очень много ошибок, но вот я там дорос до своих 60 лет, 59. Если бы не совершал этих ошибок, я бы не был бы личностью той, которой я стал. Если бы ты не совершал ошибок, ты бы тоже не была той личностью, которой стала. То есть вы полагаете, что именно на ошибках мы учимся, да? Нет, ничего подобного. Мы не на ошибках учимся. Во-первых, никто не знает, что такое ошибка в данный момент. Что мы с вами, что вот сижу у вас тут в гостях. Вопрос спорный. Возможно, это и ошибка. То есть мы просто не знаем, в какой системе координат все это рассматривать. Если, так сказать, вот, чтобы сделать передачу, поговорить о времени физическом, чтобы там зрители узнали о том, что, ну, что, собственно говоря, такое время. Время – это то, что мы переживаем эмоционально здесь и сейчас, окрашенное нашим прошлым и ожиданием нашего будущего. Это так. Это я как студентам сказал. А действительно, я всем хочу, в общем-то, пожелать одного, чтобы очень трепетно относились ко времени. Потому что время, оно действительно сквозь пальцы. Вот смотрите, вот идешь там вот по старому некрополю, по новому, там по Мешковскому. Там, дата, между датой прочерк. Вот прочерк – это наше время. Очень бережно к нему относитесь. Недавно меня зафрактовали твои братья-журналисты, там 3-го дня, там провести какую-то экскурсию по Бухскому лиману. 2 яхты. И на борту был... Вот вздохни поглубже. 6-кратный лауреат Пулитцеровской премии и редактор Вашингтон-Пост. Он сейчас на пенсии. 69 лет ему. Я даже не буду называть имя этого человека. Его зовут Томас. Поскольку я по-английски совсем не говорю, то есть я говорю по-французски плохо, по-испански, по-английски вообще не говорю. Там были переводчики, там тоже вот общались. И он мне что-то так вот мы уже так расставались, и он мне сказал. Я говорю, ну вот Томас там. Я говорю, у тебя же столько было всего. Ты же, говорю, такой аналитик, говорю. Ты же, говорю, вообще, ты же масло в башке, говорю. Он так говорит. Сережа говорит, я да все это. Говорит, самое главное, о чем я никогда не думал в своей жизни, гоняясь за сенсациями. Это о том, что я переживаю собственное время.
Переживаю собственное время. Это он мне сказал, это 69 лет человеку, который прожил в журналистике, во всей этой круговерти, там, эти сенсации, расследования, то, сё, пятое, десятое, там, понимаешь, Вашингтон Пост, ну, что мы знаем, Вашингтон Пост, Independent, Financial Times, там, ну, знаешь, ну, тут, ну, вообще, тут гиганты. Так вот, сказал, говорит, больше всего мне жалко времени. Сьогодні, друзі, ми з вами разом з нашим героєм, істориком Сергієм Гавриловим, пили каву під його старим горіхом і говорили про час. Ну, а зараз час прощатися. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.